Сабельском районном суде Баку рассмотрено ходатайство, поданное следователем Службы государственной безопасности Азербайджана в отношении Хусейнзаде. Как сообщает Тренд, согласно решению суда, в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Из материалов дела следует, что в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками СГБ при попытке вооруженного проникновения в административное здание дипломатического представительства иностранного государства в Баку с целью совершения террористического акта в ноябре 2023 года, был задержан и обезврежен Хусейнзаде. В отношении задержанного выдвинуто обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, в том числе подготовка к террористическому акту с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия на почве религиозной вражды, радикализма или фанатизма. Отметим, что об этом инциденте сообщают и израильские СМИ, в частности, издание «Вайнет» пишет, что спецслужбы Азербайджана предотвратили попытку теракта в посольстве Израиля. Согласно информации, задержанный, пытавшийся проникнуть в посольство с оружием в руках, выходец из Ирана.